разрешаю вам. Потому что действительно год непростой, и каждый удачный спектакль, фильм в этом году это оценится как подвиг и проведение фестиваля, тем более, когда нельзя пригласить много друзей в зал, и возможно только онлайн-трансляция. Кстати, я напоминаю, что все могут посмотреть и творческие вечера, и церемонию открытия на сайте Министерства культуры Кабардино-Балкарии. Ну а мы сегодня открываем Всероссийский кинофестиваль «Кабардино-Балкария 100». Церемонию торжественного открытия начинаем мы. Академик Академии кинематографических искусств и наук, продюсер, сценарист, киновед, режиссер, организатор международных и всероссийских кинофестивалей, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарии, президент открытого российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» Сергей Новожилов! Самое страшное. Со мной две очаровательные партнерши. Заслуженная артистка Кабардино-Балкарии, солистка этнографического фольклорного ансамбля «Балкария» Ирена Джанатаева. И актриса Кабардинского государственного драматического театра имени Олеся Денцукова Регина Кашокова. Фестиваль собрал легендарных деятелей кино, талантливых режиссеров, блистательных актеров театра и кино Российской Федерации и зарубежья. Дорогие друзья, от всего сердца мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником кино. Знаете, мы к празднику готовились действительно долго и приготовили вам сегодня много сюрпризов. Надеюсь, они вас порадуют. А первый сюрприз будет прямо сейчас. Потрясающая, замечательная, наша любимая, надеюсь, не только мной и моими коллегами, но и вами, дорогие зрители, певица и композитор, и актриса Катя Семенова к открытию сегодняшнего фестиваля написала песню, посвященную вашей республике. И сейчас премьера песни, посвященная Кабардино-Балкарии. На сцене Катя Семенова и Максим Колосов. Глаза такой грузил, вот передается, видимо, что-то. А папа был невероятный хулиган.
чудовищный хулиган. Когда уже в Ейске, когда там, ну, там с родителями все неблагополучно было, он был ейский хулиган. Настоящий. Он срывал уроки, он вылезал в окошко, он пел эти запрещенные песни, он пел, значит, такие песни, когда качаются фонарики шальные, да, вот это его любимый репертуар был. И была еще одна девочка, которая еще была более хулиганистая. Ее вызывали, они учились в одной школе. Только она помладше была, а он постарше был. И директриса вызывала, а она что делала? Она могла, вот, например, не нравится ей учительница, она раз, подбрасывает, там поднимает, а это паспорт кобылы. И она спросила, это не вы потеряли? Вот, то есть вот такая вот девчонка, да? Или там ее за школу какую-то, заперли в... Ну, в комнате, в классной. Сиди здесь одна, набирайся ума. Угу. Входит обратно, она через форточку подружку заманила, она проникла туда, и они поют украинские песни. Ну, вот такой характер. И вызывает директриса и говорит, слушай, если ты так же будешь себя вести, ты будешь такой же бандиткой, как Бондарчук. Теперь два памятника украшают площадь Ейска. Сергею Федоровичу Бондарчуку и Нонне Викторовне Мордюковой. Это была Мордюкова. Понимаете, то есть чем шкоднее ребенок, тем он проявляет творческую активность, понимаете? Но родителям, конечно, это достается по полной программе. Вот, поэтому он, ну, видите, одновременно со Шкодой еще и любовь к театру, любовь к живописи, он сразу начал писать картины и так далее, и так далее. Много любови, но характер был, будь здоров, сразу наметился такой. Вот, я думаю, что я, вот, пройдя весь, вот сейчас, когда я книгу написала, о жизни Сергея Федоровича, я поняла одно. Этот человек был предан искусству, культуре до конца. Вот до миллиметра. Ну, представляете, вот осилить войну и мир, что это такое, да? Это сейчас, по вот нашим меркам, это просто немыслимо. Я однажды Мотылю сказала, который «Звезду пленительного счастья» делал там, он на Сенатской площади, там у него что-то было около 500 человек. Я говорю, а «Война и мир» не хотите? Нет, ни за что, ни за какие, не надо. Даже вспоминать, это жуть, это страшно. У меня тоже была где-то тысячная массовка, Пушкин «Последняя дуэль». Но это я вам хочу сказать, это за гранью. Вот это все организовать, и вот чтобы это вот смотрелось, да, и чтобы вот... Это очень все сложно. А, но даже не массовые сцены, там 300 же человек, 300 же, 600 человек главных ролей. Ведь вот Толстой как написал, и когда, значит, Сергей Федорович после... А у него же до этого была только одна картина. «Судьба человека». И все. Это был его дебют. Дебют. А он нигде не учился режиссуре. Он актер. Но захотел, стал режиссером. Снял «Судьбу человека». И вторая картина была у него уже «Война и мир». И когда он это решился на это, то Шолохов сказал, они уже дружны тогда были, говорит, Сереж, что ты делаешь? Да эти тома с полу поднять сложно. Что ты делаешь? Ну вот он... Такую на себя ношу завалил. И давайте лучше посмотрим, да? Вот посмотрим несколько кадров из фильма, да, была остановка сердца. Остановка сердца была на 4 минуты. И после клинической смерти, когда Ирина Константиновна пришла к нему, она подошла к кровати. И он сказал,
А теперь я знаю, что Болконский уходил не во тьму, а в свет. То есть он и там работал. Понимаете, это приверженность к искусству до конца. До конца. Поэтому тот, кто начинает такую жизнь, готовьтесь, мои дорогие, или вы действительно будете искусство актера тоже не читки требуются актеры, а полной гибели всерьез. Вот. И тот, кто это испытал, на самом деле, вот это ощущение, то он будет всю жизнь исполнять, как бы, что бы ему не мешало. Благословенное препятствие, ибо ими растем. Вот папа через гигантские препятствия снял, а потом какие картины? А потом Ватерлоу с этой же вот гигантской конницы, с Рот Стайгером, но уже международный проект, а потом они сражались за Родину. Тоже гигантский, да, проект. И так далее. То есть вся его жизнь, он даже маленькую книжечку такую написал. «Моя жизнь – это мои фильмы». Вот так. Когда его хоронили, мы как-то собрались, я, Михалков и Федя, Бондарчук, мой брат. И Федя рассказывал вдруг такую историю. Значит, в 6 лет он закурил. Бывает, мальчишки. И Ирина Константиновна говорит, иди и расскажи об этом папе. Иди в кабинет. И, значит, 6-летний Федя входит к отцу, а папа на машинке печатает что-то. Печатает нам что-то по сценарию, все. Говорит, Федя, сын, пришел. Федь, пойди покури. И он, значит, выходит к Ирине Константине, что он сказал? Сказал, иди покури. То есть речь идет о чем? Конечно, кроме фильмов таких колоссальных, вот жизнь вся остальная, она была как бы по другую сторону, да? Вот он был до конца предан этой жизни. И есть у вас вопросы, мои дорогие, про пройденный материал? Пожалуйста, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Потому что здесь прохладно сидеть, если честно. Но я с удовольствием останусь, если действительно вас, как актеров, как молодых творческих личностей, что-то интересует. Пожалуйста. Как можно было в том году снять эту сцену? Просто без мобильной связи, без... Да, вот как? Ты знаешь, на самом деле, вот эта связь была... Но этой связью можно было убить. Я серьезно говорю. Потому что там какой-то громкоговоритель был, который очень был опасный просто. Потому что нужно было передать на гигантское расстояние. Там атака началась, да, Багратиона там. Вот туда передавали. А, значит, представь себе... я, честно говоря, я участница одной только съемки у отца, это «Красные колокола». В Петербурге я снимала тогда «Медный всадник», телевизионную работу, а он снимал «Красные колокола». И мы с Колей Бурляевым, значит, и с маленьким Ванькой, значит, моим сыном, пошли посмотреть, как снимает отец. А он брал зимний. Вот, причем... В отличие от Ленина, значит, он собрал большее количество массовки, чем участвуя в революции, насколько я понимаю. Вот. А в то время снова Романовы были у власти, и был губернатор города Романов. И, в общем, он нагнал, сколько нужно, столько и нужно. И мы смотрим, там, значит, пересекаются эти прожектора, там все, Юсов летает на вертолете, там еще заряжено все, каскадеры берут, значит, боже, думаю, сейчас бы только не убили меня с сыном. И мы пробираемся тихохонько, стоит отец, у него седые волосы развиваются, я подошла и говорю, папа, а скажи, пожалуйста, а как ты всем этим управляешь? Он говорит, никак. А
оно само. Вот, это, конечно, само, вы понимаете, да, нужно было организовать. Даже, я вам хочу сказать, цвет одежды был определен. Вот художник по костюму подбирал цвет одежды, чтобы вот здесь вот было вот это тональность, здесь тональность. Мне Юсов рассказывал, что они за год засевали сиреневыми цветочками горы, они сражались за родину, чтобы была цветность правильная, понимаете? То есть очень все. Подготовка была невероятная совершенно. А мой маленький Ваня, не разобрав, кто оператор, кто режиссер, он подумал, что папа и снимает. Поэтому он подошел к дедушке и спросил, а как же вот ты и тут, и тут? Они как, Вань, разрываюсь. И ребенок подумал, вырасту, буду помогать. Но вот он вырос и стал композитором. И, кстати, композитором он и больших фильмов сейчас. И Т-34, и с Федей они работали вот над первой фантастической работой и так далее. Сейчас «Конька-горбунка» заканчивает. Вот выдала вам, выдала. Пожалуйста, ваши вопросы. У вас где-то был вопрос, да? Да. У меня такой вопрос. Вот вы, имея такой огромный опыт, когда вот еще здесь просто сравнивать, ну вот, скажем так, там, до перестройки и после перестройки, как бы время, да, там же и работа менялась. Если сравнивать сегодняшнее кино и кино тех времен, я не буду говорить за качество картины, потому что я вот смотрю и понимаю, что вот этого, чтобы это снять, это сколько техники, это сколько физической силы. А денег? Денег тоже немерено. Но сейчас, как бы, да, современное кино, это может быть, кто-то пользуется светом, какими-то эффектами, кто-то не, кто снимает, может быть, где-то там в студиях и так далее. И сейчас вот эта вот разница, вот тогда же не было такого понятия, как продюсер. Был режиссер, он есть режиссер. Сейчас у нас появилось такое вот как бы модное профессия, продюсерское кино. Вот как вот вы относитесь? Очень плохо. Спасибо, вот я вот это хотел сказать. Ты понимаешь, в чем дело? Я сама поневоле продюсер. Это ужасно. Сочетание этих двух профессий, режиссера и все. Даже я сама себе на горло наступаю. Понимаешь? Но я понимаю, что продюсер под другой, он еще жестче наступил на мою горло. Потому что, ну, представь себе, ну, вот ты отвечаешь за съемку, если это исторический фильм, то это в среднем один день $300 000 на минуточку. И если ты что-нибудь не достроил, ни с кем-то не поговорил, кто-то не приехал, что... У меня был телевизионный фильм «Одна любовь души моей», да, где дуэль была между Дантесом и другой актер играл, между... Ну, Сережа Безруков там и там играл. И у нас был один... Ну, одна камера, одна лошадь, которая нас привезла туда. А когда мы снимали художественный фильм, Пушкин последний, то я, кстати, посмотри. Вот там я Сережу так полуобняла, я говорю, Сережа, давай посчитаем. 20 спецмашин по периметру. А это только, понимаешь, между дуэль, да? Где два секунданта, два актера. Но нужно, вот я сейчас смотрю, вот «Войну и мир», да, там Сережу стреляет, но это только звук. А у нас должен был вовремя разорваться вот здесь вот, да, на Сереге костюм. Тоже все, это все очень сложно. А потом вот представь себе Петербург, очень короткий световой день, а нам нужно очень много снять. И стремительно, а у меня потрясающий оператор Маша Соловьева, я считаю, это вообще наша гениальная женщина-оператор. Она и со мной работала, и с Кончаловским работала, и сейчас работает. И здесь есть фильмы, которые она сняла на этом фестивале. Уже заканчивается, а у нас недосняты 3-4 кадра, которые мы вот так должны. Потому что $300 000 больше нету. Значит, и
что она придумывает? Она поднимает, называется Skylight. Это вот такие вот свет, который поднимается высоко-высоко. И вот этот кусочек леса мы освещаем дневным вот таким светом. И снимаем вот эти кадры, когда, значит, Гекерин решил помочь Пушкину, но Данзас говорит, ну, чтобы Пушкин это не знал, они уступили карету ему, чтобы его не растрясло раненым, потому что он серьезнее был ранен, чем Дантес. И они поменялись. И вот этот кусочек мне нужно было снять, и мы сняли. Еще я хочу сказать, что вот в этом плане нужно выбирать артистов, которые могут... Почему Серегу так эксплуатируют? В каком-то плане эксплуатируют? Да потому что он это сделает. Он когда должен был озвучивать, я говорю, Серег, ты понимаешь, что Пушкин, второе его имя, француз. Он родился и стал говорить не по-русски, а по-французски. Потому что дворяне в то время только по-французски общались. И огромный текст на французском языке. Я говорю, будем заниматься с учителями Сорбонны. Он говорит, Наташа, не беспокойтесь, потому что я... Знаю, я говорю на всех языках безакцентно. Он заливает парень, безакцентно на всех языках. Оказывается, у него абсолютный слух. И он, услышав один раз правильное произношение вот этого огромного текста, все, его потом французы проверяли. Акцент, все было правильно. Знаешь? А вот представь себе на минуточку, чтобы я взяла другого артиста. И сколько бы у меня ушло дней на то, чтобы он говорил по-французски вот так. Да? Или озвучивать его было. Ну, это совсем другое было бы. Поэтому я хочу сказать, что так же, как папа, я пытаюсь выбрать очень профессиональных актеров. Это Сухоруков, видите, который до сих пор не верит в то, что я дописывала эту роль, и она получилась главной, хотя это был маленький эпизод. Это ушедший вот совсем недавно Плотников, потрясающий артист. Вот. И я хочу сказать, что актер в художественном фильме, он ведь, это не театр, здесь ни зачем не спрятан. Крупный план раскрывает душу человека. Злому человеку никогда не сыграть доброго человека. Наоборот, можно. Наоборот, можно. Добрый человек всегда может сыграть и то, и другое, и третье. Но вот это вот крупный план всегда выдаст человека. Поэтому у меня был великий учитель Сергей Абрамович Герасимов, и он учил нас, говорит, если вы будете правильно мыслить в момент, когда вы будете играть, ничего не говоря, мыслить правильно, на вас будет всегда интересно смотреть. То есть вот этот внутренний монолог, который идет на крупном плане, но это мастера старой школы делали вот так. А причем есть разные школы, совершенно разные школы, вы же знаете, да? У меня такие битвы были на картине «Одна любовь души моей» между представителем Таганки и МХАТа. Мама, не горюй. В общем, они там сражались. Вот. Действительно, есть разные школы, но когда они играют, они прекрасно хорошие артисты, всегда понимают, что важно очень соответствовать моменту. Это даже не репетиция, это вот какое-то ощущение, особенно в картинах Тарковского, когда нужно было не играть, а жить. Это очень сложно. Это самое сложное. Не играть, а жить. Вот, это требует, вот действительно, нечетки требуются актеры. Пожалуйста, мои дорогие, есть у вас вопросы? Можно у меня да. Да, пожалуйста. И допустил художник по костюму одну вещь. Неправильно, не на ту сторону надел орден. Полностью переснималась
это стендап. Потому что Владимир Яковлевич Матыль, он был не только режиссер, но еще и историк. Он досконально знал, как, что, чего делать. А у меня был гениальный художник по костюмам у Сергея Павловича Герасимова в фильме «Красное и черное» и в фильме «Юность Петра». Это были что? Это были такие костюмы. У меня вот у царевны Софьи, да, у меня наборный рукав из шелка был 3 метра. Он вот так вот набирался, да? Вот. А у нас были бармы. Кстати сказать, вот эти потрясающие совершенно венцы, короны, это делали мастера оружейной палаты. Вот, кстати, вопрос. Вышел Борис Годунов фильм. Да. Ну, потрясающий актерский состав. Мне тоже понравился. Но неужели не нашлось да хотя бы каких-нибудь актеров других костюмов? Венька, это очень дорогое дело. Ужасно дорогое. И, неужели, и сейчас, знаете, да. Можно позволить себе, снимать такую грандиозную, красивущую вещь, сделать это красиво во всем. Дело не в красивости, а дело в точности. В точности. Для того, чтобы снять исторический костюм в историческом фильме, нужно пройти все мастерские. Вот что делала Элла Маклакова, она была гений, она была гений абсолютной по художественной части. Она закупала материалы в Германии, привозила сюда ковровый материал, потому что она знала, что только из коврового вот это. Она делала такие вещи, вот, например, у меня есть сцена с Голицыным, и я смотрю, она сделала вот на моей нижней рубашке белой шелковой вот такую золотую пуговицу. Я говорю, Эллочка, ну я ведь не раздеваюсь там, этого не... Это для души. Но это не для души. А если Герасимов скажет, расстегни, она готова. Понимаете? Это тщательность. Профессионал. Это профессионал. Вот, и то, та же Нелли Фомина, которая должна была 20 тысяч, уже массовки ей досталось, нет, там 15 было, по-моему, в колоколах. Она говорит, Наташа, я должна была вот эти надеть вот в белые, а вот эти в серые, а вот эти в коричневые костюмы, чтобы палитра была. Понимаешь? То есть задумка режиссера иногда бывает такой немыслимой. Там мне рассказывали, значит, Антониони с директором, он задумал, что у него появляется в картине белый слон. Белый слон. Или там директор, это самое, говорит, ну да, белый слон, смотрит там в Африке, это самое, транспортировка, это белый слон, покрасить нельзя, он говорит, животное. Он входит, говорит, слушай, сколько стоит твой белый слон? Понимаешь, да, это задумка, сколько стоит белый слон? На! И никаких слонов! Понимаешь, потому что иногда задумка режиссера, ну, посмотрите, сколько потрясающих задумок у Феллини. То у него павлин появляется, то у него еще что-то появляется. Вот, это фантазия. Ну, так ведь на это... Интересно смотреть, да? Это же потрясает. Вот. И крупнейшие наши художники, они, конечно, выдерживали все, что... И вот видели, там у нас вы можете прийти на Мосфильм и посмотреть наш музей. Вот входишь, там висят мамины костюмы. Это из тоже замечательного фильма «Женитьба Бальзаминова», где они там это танцуют канкан, помните, да, с Румяновой. И дальше проходим костюмы Лен, дальше проходим вот это вот костюмы Бориса Годунова, а дальше мой костюм висит из Солявиса. Таким образом мы проходим, да, по всей вот этой палитре, очень люблю этот музей. Вот. И надо посмотреть, из чего. Ну, например, на единственный костюм в Солярисе, который не был сшит художником по костюмам, а был сделан эскиз
Михаила Ромадина сначала эскиз, потом выписывали женщину из Прибалтики и из кусочков замши, был выклеен мой костюм в Солярисе. А почему он не шит, а вот так? А потому что Солярис ее создал целиком. Вы помните, да, если фильм видели, он... Она цельная. И тот момент, что она не может даже снять этот костюм, нужно разрезать его, потому что никаких ниточек там не было. Нужно было разрезать и только тогда выйти из этого костюма. А, да, но вы представляете, а это советское время. Господи, мы, извините, рубашку мне вот эту, рубашечку, которая, это самая сексуальная сцена, ну, сейчас что делают, и там всех, Тарковский всех выгнал, Наташа будет сниматься в этом, в рубашечке, вот и все. Эту рубашечку шили специально, потому что в магазине ее нельзя было купить, у нас не продавалось, майки продавались. Штаны до колен. А вот это трусики, это нельзя было купить. Можно было только шить. И не шили. Вот. Так же, как она шила на руках скафандр. Ну, понадобился скафандр, она его на руках шила. Поэтому наши, вот совсем недавно Наличке не стало, но она создала монографию потрясающую в Англии издали. Монография, она работала с Тарковским и с Солярис, и Сталкер, и, в общем, она свои эскизы смогла и рассказать, как она работала над эскизом. Есть такая книга, вам нужно почитать ее. Вот, или там по интернету посмотреть. Это песня. Это отдельные... И вот если такое счастье, что собирается коллектив из высоких профессионалов, вот только тогда можно ожидать успех картины. Понимаете? Мы не заметим для глаз, что тут серое, что черное, но мы заметим, что это какая-то правда. Это да. Угу. Спасибо, мои дорогие. Я думаю, что мы закончим на этой высокой ноте об искусстве нашу встречу. Я очень рада, что она состоялась офлайн. Спасибо.